Шри-Ланка – это незабываемое место, где нет лишней суеты, где хочется ловить волны каждый день, пить кокосы, загорать на пляже, где хочется встречать рассветы и провожать закаты в компании единомышленников. Серф-кэмп на Шри-Ланке – это именно то место, где можно все это приобрести. Почему именно Шри-Ланка? Именно это место идеально подходит для обучения людей разного уровня. Для новичков это песчаное дно, мягкие волны, небольшая глубина, чтобы чувствовать себя максимально комфортно и безопасно. Также для продолжающих есть множество рифовых спотов с не очень резкой волной, где отлично можно учиться делать свои первые маневры. Для продолжения, для прогрессирования все будет максимально комфортно и безопасно. Развлечения и даже мероприятия, которые проходят в нашем кемпе, это серфинг. Но за время кемпа мы успеваем посетить центр острова. Это безумно красивое место, где мы посещаем Эл-Роу, Малый Пикадама. Видим потрясающие чайные плантации на острове. Мы посещаем различные вечеринки и сами устраиваем веселые пати у себя в кемпе. Да, ребят, приезжайте к нам не только за серфингом, но и за положительные эмоции.